Ребят, всем привет, доброе утро. В Самаре сегодня очень холодно, минус 14 градусов. И мы едем с вами снимать поставушки на Налима. Для тех, кто не смотрел первую часть, напомню, что вчера я поставил поставушки 4 штуки и рыбачил утром. Утром ничего у меня не клюнуло, и в отчаянии, так скажем, я поставил эти поставушки. Вот. Поставушки по конструкции несовершенны. Можно было сделать лучше. Но, тем не менее, мы едем с вами проверять, насколько надежно их ставить, в плане того, снимет их кто-то или нет. А место достаточно оживленное, надо сказать. И второй вопрос, поймается ли что-либо или нет. Они простояли практически целые сутки, то есть поставил я их вчера около 12, и вот сегодня в 10 часов утра будем снимать. Как вы можете видеть, у нас снега практически нет. 25 декабря, а снега нет. Лед, машина скользит. Вот. Ну, даже интересно, конечно, ездить по такому льду. Итак, ребят, вот наши поставушки. Никто их не тронул. Еще раз показываю место. Вот здесь сок достаточно сильно разлился, поэтому здесь мелко. 1,5 метра где-то глубина. Холодно. Ну, давайте пробовать теперь бурить и снимать. Вот такой багор. Там пусто. Ребят, смотрите, карась как сидел, так сидит. Нет тут Налима. Геройский карась. Надо его отпустить. Ну, пойдемте смотреть следующие лунки. Как не вцеплю. Как быть, если лед вообще толстый очень. Здесь-то он так себе. Тут то же самое. Просидел целые сутки карасеныш. Уже какой-то тиной оброс. Иди гуляй. Заслужил. О, ребят, там что-то сидит. Что-то есть или нет? Непонятно. Нет ничего. Ну вот глубина. Ну о чем? Конечно. Карась, по-моему, уже не живой тут. Живой, замерз просто, бедолага. Вывод, в общем-то, такой, что надо знать места. Просто так сложно его поймать. И осталась последняя лунка, к которой мы и направимся.
Ну тут то же самое. Ну все, проверили, то что абы где ставить нельзя. Смотря хоть смотрю, на карасе какие-то вон следы есть. Хотя просто может я слезал. В общем, надо знать места. Рыбалка не терпит разгильдяйства. Снасти надо готовить нормально и знать, где их ставить. На этом, пожалуй, все.